Всем добрейшего! Утро 11 марта. Наши вчерашние поиски стоянки после Машкова, когда где там все было забито, привели нас вот сюда. И ночевали мы вот здесь, прямо под колонкой. Здесь все было заставлено. Заправка нерабочая. Вот видите, весь наш снежок уже почти осыпался. И ничего отбивать не надо было. Так, с этой стороны вроде все хорошо. Сейчас минус 5, становился, было плюс 4. Не знаю, возможно, придется немножко сейчас побуксовать. Какой ветер. Сосед мой рядышком здесь стоял, Хакас. Он так хорошо побуксовал с утреца. Где-то часов 7 утра. Но сейчас хоть ветер стих чуть-чуть. Это еще не сильный. В 7 утра, я думал, у меня дверку оторвет. Улечу вместе с ней. Куда-нибудь туда, в сторону Кемерово. Это вот поворот на Ояж, Балта. Вот здесь. Нигде больше, негде стать. Ой, кошмар. Ну его в бане, холодно. О! О, все, 9.02. Пауза вышла. Все, сейчас будем заводиться. Только зеркала протрем, а то смотрите, какая грязь какая. Что это, что это? Так вот вчера не получилось с Машкова стать. На той стоянке, на которой хотел. Ну, ладно, здесь переночевали. В принципе, все нормально. Надеюсь, сильно буксовать не будем. Сейчас посмотрим. Короче, расшториваемся. Ой, стекла. Протираем, зеркала протираем. Поехали. Так, можно уже, в принципе. Эх, где мои ключи? Хотя можно сейчас. Так, точка. Страна начала, Россия. И пускай молоточки начинают молотить. А мы будем собираться выезжать. Поедет, не поедет. Тихонечку попробовать сорвать ее. Не поехала. И все.
Лопату лень было доставать, решил цепочки подкинуть. Достал цепи. Получается, поднял тягач, под колеса засунул цепи, тягач опустил, ну, ведущую ось. Ее, получается, когда приподнимаешь, она немножко так сюда укатывается. Сюда вот запихнул цепочки, опустил. Все, и с первого раза выехал. Все, слаживаем цепи, поехали. Здесь-то она уже поедет. Все, вот рядышком стало, видите, все, она без проблем поехала. Она, в принципе, это все можно и с вечера так же сделать. Подъехал, встал, пока еще резина не протопила. Пошел, палетник открыл, цепочки достал. Положил, на них наехал. Все. Пропустим, там колонна идет. Но с вечера же это все лень. Вечером же приезжаешь, никакой уже спать охота. Нормально с утра тут. 10 минут. На каких 10? 5 минут делов-то, ну 7. Весь этот небольшой утренний фитнес занял. Приподнимаешь тягач, колеса чуть-чуть назад уходят. Туда эти цепочки засунут, получается, ты уже резину опускаешь на цепочки. Все, у нее есть зацепление. Она пошла. Поехали. Так, план какой? Сейчас до Кемерово. Кемерово заправляем полные баки. Еще отплю надо, у меня 7% рисует. Ну, уже в Кемерово буду заправляться и заодно уже и отплю, заправлю, залью. Пока будет там пистолет такой, течет довольно долго. Так что я, в принципе, за это время я отплю, залью. И все, и дальше в сторону края. Посмотрим, как погода будет сегодня, как что. Пока, если не учитывать ветер, но ветер нам коммерческий. То есть, как бы даже хорошо. Если его не учитывать, то, в общем-то, вообще красота. Сухо, солнечно, минус 6. Рулим, рулим. Отсюда нам до выгрузки 1948 километров. Сказали, что выгружают выходные. Сегодня 11 марта, четверг. Поэтому будем стараться. Ну, завтра еще конкретно уже определимся. Но так, я думаю, в субботу куда-нибудь к обеду постараться, если все хорошо. Есть желание приехать на выгрузку. Выгрузиться. Может быть, в воскресенье получится загрузить. Или в воскресенье уже там будете отстоять. Будет видно. Пока ладно, еще до Усть-Кута 2000 верст. Пока едем. А это вот явно коллега сегодня еще по снегу шел. Видите, у него не обсыпалось ничего. То есть это он где-то сегодня уже снег застал. Ну где? Там, где мы вчера. Время-то уже без 10-10. Где-то вот до Новосибирска. Может, в районе Новосибирска. Потому что вроде как ночью в Новосибирске снег обещали. Но у нас здесь не было. Где-то он его уже вот свеженький, так сказать. Потому что наш сами... Ой, Дима.
сюда вчера приехать, вот на эту стоянку. Но я думаю, что здесь парковка-то довольно большая, но места бы здесь тоже не было. Ну вот. Я так думаю, что уже было... Ты после 12 уже... Ну, хоть после 12, как в Европе, уже припарковаться невозможно практически нигде. Ну, во всяком случае, на таких, на хороших стоянках. Даже после 10, там, в Европе там понятно, там и после 5 уже припарковаться сложно, кроме автохов. А здесь вот в России тоже народ рано становится. Ну, если что-то такое человеческое. А вот у нас и Кемеровская область начинается. Здрасте, Всесоюзная кузница. Говорит, Всесоюзная житница. Кузбасс, говорит, Всесоюзная кузница. Нет. Кавказ – это Всесоюзная и кузница, и здравница, и житница. Класс. Кемеровская область. Какая-то стройка глобальная, да? Тут ремонт дороги идет, это, наверное, одни строители здесь. Братцы, а кто мне объяснит, зачем вот эти вот кировцам, вот сейчас только что ехал по левой стороне, ну, не видно на том бугре, вот они вот прорывает эти, ну, не дороги, дороги, эти канавы тут какие-то, вот по сугробам по этим. Он ездит, а у него снег выше головы. Я что-то вот причину, для чего-то ж их делаю, потому что смотрю, тут вот целых три этих дорожки вот с правой стороны. А для каких целей? Вот, не могу понять. И вот они так вот, по левой стороне нету, хотя там вот он по левой стороне рыл. Пробивал. А здесь вот есть. Сейчас закончились? Нет, не закончились. Вот, видите, вот такие вот. Их тут сколько даже? 3 или 4. И вон наверху на горе. А в чем прикол? Что-то до меня смысл не дойдет. Я, конечно, тугодум, я понимаю, но что-то я не могу сообразить, для каких целей. Кто подскажет, люди добрые? Объясните неграмотному. Для чего вот эти вот штуки вдоль дороги? Раз, два, три, четыре вот этих полосы. Вот они тракторами пробивают, солярку жгут. С какой целью? Сегодня у нас мистер Платон работает нормально. Трамп увидел на горе, так про Платон вспомнил. Ну, когда отъезжали, я тоже его смотрел. Все, горит зелененьким. Может, уже все в адекватное состояние вернулся. Здесь нету, а вот там дальше вот опять. Или они там дали, там идут эти полосы. Нет, тут вот нет этих полос. А вот отсюда они опять начинаются. В чем смысл данного бытия, мероприятия? Мне непонятно. Подскажите, будьте так любезны. Мы уже по поворот на Юргу прошли, пост прошли там. Белку бегал там какой-то дядька с палкой. Но нас не останавливал. Кемерово отсюда показывает 75 верст. Иркутск 1719. Почти так это. 17-17. Ну, 17-19. Милое дело. Весна настоящая. Вот сейчас, вот сегодня. Как говорил Андрей Миков, аж петь хочется. Но не буду. Пожалею ваши уши. На первом съезде в Кемерово не съезжаем. Скажем так, во-первых, нам в любом случае нам нужно на заправку.
счастью, проходить столицу Кузбасса. Поэтому мы едем до конца. Следующий съезд тоже не съезжаем. Едем до упора. Едем до упора по объездной. И там заходим в город, там через мост. Ну там немного совсем. И как раз наша АЗС там, Татнефть. Заезжаем, заправляемся, отплю заливаем. 2% рисует. Ну, заправки хватит. Получается вот 43 километра. Мимо. Но мне там больше нравится. Там меньше по городу. Здесь налево, здесь по промзоне по этой. Потом через весь город практически сунется. Ну как-то вот не фонтан какой-то. А здесь топи-топи, что там потом ехал. На светофоре направо повернул там. Вдоль там предприятий каких-то. И совсем чуть-чуть до этого моста цепляешь там город. Там широко, нормально. Ну, в общем, мы ездим этой дорогой. И в любом случае, если даже здесь вот свернуть через город, поехать, нужно все равно будет потом возвращаться назад. Там что-то километра два, наверное. Чтобы на заправку попасть. Какой резон? А так мы мимо заправки будем ехать. Вот. Объяснил сам себе. Ничего не понял. Но попытался. Так сказать, бдят, следят. Кого-то маленького с рацией, тут всех подряд. Ничего они тут собрали. Так, что это, куда едет? Сопровождение не говорит на этом своему приехал, но не говорит, стоял. Прям операция облава какая-то тут у них. На въезде. Там ГАИ, тут транспортный контроль. О, обложили Кемерово со всех сторон. Не вздохнуть, не выдохнуть.
что все светофоры оттолкались или еще не все кемеровские? Этот пролетаем, вроде пролетаем. Ну, спускаемся к мосту через Томь. Так, автобусы здесь тут подрезают нормально. Только я их все время путаю, тут мосты там один Кузбасский, а второй еще как-то называется. Я их вечно путаю названия. Мне простительно, я не местный. Кемерово у нас сейчас минус 2. Там тоже солнышко, весна. От плюс уже 0 пишет. Она там дает какой-то пробег. Якобы до заправки, поэтому пока едем нормально. Мощность не теряем. Ну а сейчас на заправке уже зальем. По-моему, есть Кузнецкий и еще какой-то. Это вот какой мост? Честное слово, не помню. Вот так вот, видите. Троллейбус с автобусом и... Пришлось автобусу загоняться на этот самый, на встречку. Есть Кузнецкий, есть Кузбасский. По-моему, так. Какой из них какой? Хуй из хуй, не могу сказать. Не помню. И что-то ничего не написано нигде. Ну, вот так вот у берегов, смотрю, уже это какие-то тут и полыни образовываются. Так, тут надо по центру ехать, там крайняя полоса только направо. Слушай, езжай ты вперед, а ты меня какой-то, ты меня пугаешь, коллега. Вот реку всю закрыл, не видно ничего. Наверное, и не выйдешь сейчас там, вот смотрю, так на берег. Возле берега так вода в полыни образована. О, это Кузбасский. Все, я вон прочитал с этой стороны. Все, теперь надо записать там в мозгу где-нибудь и запомнить навсегда. Не задавать глупых вопросов. Ну, огонь. Поехали на заправку. Там нас парни ждут уже. Пока будем заправляться, туда-сюда кофейку попьем. До 8 вечера сюда движение грузовиков запрещено. Видите? Я думаю, если очень нужно, то можно, правда? А мне, ну, очень нужно. Не ждать же мне 8 вечера, чтобы заправиться. Тут ехать-то вон моя татнефть. Назад-то я здесь не поеду. Я развернусь обратно сюда, выйду на эту дорогу. Тут как бы через жилой район, наверное, получается. Дарья Батько, она вообще кричит, кошмар, катастрофа. Мы здесь не пролазили по одним габаритам. Один подписчик, Сергей, у нас точно здесь. Зритель канала. Мы уже с ней виделись. Еще раз повидаемся. Ну, еще один Сергей обещался подъехать. Тут нефть, ну, Татнефть тут, правда, не приспособлена особо под грузовики. Тут надо переезжать туда-сюда, ну, ничего страшного. Выходи. Так, мне сразу левым баком подъехать. На следующем повороте налево. А потом правым. Или правым подъезжать. Ладно, давайте правым. Уже
подъедем левым. Шланги короткие, здесь не хватает на ту сторону. А может, хватает уже? Надо посмотреть. А вон и Сергей. Попьем. Полчасика. А, вот еще один подписчик. Привет, привет. Еще один подъехал, обещался подъехать. Я думал, не успеет. Успел. Тоже Сергей. Ну, правда, два кофе. Ну, значит, мы им кофе отдадим. А у меня есть этот. Свой. Мы сейчас... Блин, вот здесь... Я просто как бы... Боюсь сюда особо справа заезжать. Перепроложить. Тут вот где-нибудь так вот стану. Вот туда вглубь далеко я не полезу. На следующем повороте поверните направо. Все, поехали. Встречи, общение — это хорошо. Но работу никто не отменял. Сергей слева пошел один, а он Сергей второй на Ниве. Давай, счастливо. А Серега на Ниве. Короче, Серега на Ниве, спасибо. Видите, сколько мне ему лайки притаранил. 4 банки. Спасибо, дружище. Вот. Сергей, там тоже что-то вкусное. Ай, спасибо огромное. Но ехать дальше надо. Приятно. Заряд эмоций положительных получили от встречи в Кемерово. Теперь едем дальше. Полные баки залили. Можно работать. Да рассчитывал уже маршрут.
тренировка у него. Поморгал мне, он направо пошел. Ну когда по своим делам. Погнал. А район Кедровка это дальше. Это вот где разрез вот этот вот. Вот он оттуда там живет. Просто по своим делам поехал. Меня проводил, по своим делам поехал. Все, поехали. Спасибо еще раз за омывайку, за вкусности. За омывайку одному Сергею, за вкусности, за второму Сергею. Огромнейшее всем спасибо. Был очень рад, приятной встречи. Как всегда, нету времени, но полчаса мы нашли кофе попить. Ну и пока заправлялись еще. Время у нас сейчас уже 2 часа дня. По нашим планам сегодня до Красноярска. А до Красноярска еще пилить и пилить. Так что будем пилить. Автобус тоже направо, да? Сейчас вот Кемерово проходим. Мимо как раз таки вот этого района Кедровка. И валим туда, в сторону Мариинска, Ачинска, ну и так далее. В общем-то все, Кемерово, вот оно, как бы, считайте, и закончилось. Сейчас пост, весовая, пост. Можно ему название дать. Пост у церквушки. Все, нельзя грузовикам левее ехать, да? Хотелось бы. Так тормозить надо. Ограничение скорости даже 40 км в час. Фига себе. На, и он камера даже стоит, по-моему, на скорости. Или это мусор какой? Чего так нет? Потряхивает. Камера или мусорка? Не, мусорка, походу. Показалось. Я вот это вот думал с правой стороны, что это камера. Это нет, это даже не мусорка. Это оттуда как бы оптический обман зрения. Вот и все. Аривидерчи Кемерово. Приятные впечатления. На обратном пути нас еще более приятные ждут. Здорово, брат. Видите, здоровается даже. Ну как, еще более, я имею в виду. У нас другие, другое запланировано, пока не буду говорить, что. Пока. Ну а дальше все. Пока валим в сторону Красноярского края. А Кедровка это вот, по-моему, вот сейчас вот на горочку там поднимемся и налево. Если я не ошибаюсь, вот этот район и есть. Это вообще город отдельный. Микрорайон города Кемерово. Простите, неграмотного. Вот. Поедем где-то. Два часа. Надо где-то остановиться, наверное. Пообедать же надо, правильно? Все же голодный, но ты уже не поедешь. Вот еще час времени отдай сейчас. За желудком надо следить, потом уже его не вернешь. Это раньше было кофе. Кусок колбасы там грызешь с этого холодильника в сухомятку скрепу целый день. Сейчас нет. Война войной, обед по расписанию. И этот поворот. Дальше еще. Сейчас посмотрим, где-нибудь туда за Кемерово зайдем. Где будет площадка, станем. По-быстренько покушаем. И попрем. Вот он поворот. Вот видите, Кедровка 5 километров.
как там это там живут. Кедровский угольный разрез и вот как бы к нему микрорайон. Вот туда, налево. Туда грузовикам нельзя. Но мы туда и не поедем. Нам-то там что ловить. Нам нужно целый час просто дальше, на восток. Может здесь остановиться, на этой зелененькой заправке? Нет, дальше поехать. И поехать еще часик проехать, наверное. Да, вот если сейчас в три мы пообедаем, потом там 4,5. Будет часов 8 ужин, и еще потом 2-3 часа проехать. Поехали, еще часок проедем. Тем более тут... Не, ну тут на обочине можно было, в принципе, встать на этой заправке. Все вычищено, кстати. В общем, едем, посмотрим там потом.